Время для XCOM-а. Время для XCOM-а. Правда, сегодняшняя серия будет короче обычного, потому что я жутко уставший. Впрочем, видимо, как всегда. На чем мы остановились? Ах, да, зарядили кому-то базу, потеряли пару человек. Ну и, по-моему, я уже заказал новых смертничков. Да, доклад на базу. Ох, тут товарищи просят показать реалтайм. Я это, конечно же, скоро сделаю, но не сейчас, потому что это будет полный пиздец. Я уверен, что как только вы увидите этот реалтайм, вы забудете о таких желаниях навечно. А не продать ли нам фениксы, как товарищи мне в свое время и рекомендовали? Наверное, стоит. Где это? Тут? Нет, не тут. Тут? Да, тут. 4 феникса. А, стоп. Это мы покупаем. Почему я не могу их, собственно, продать? Интересно. Может быть, они еще не вернулись на базу? Простите, что тут происходит? Кажется, мы этого уже никогда не узнаем. Машина полиции кого-то расстреливала. Но что же, собственно, с фениксами-то? Может, нужно с них сначала все снять? Ну-ка, попробуем. Снял, снял, снял. Можно ли их продать? Да-да, я счастлив и рад. Ну-ка. Нет, ну что за... Может... Да нет, тоже не то. Чё-то я слабо понимаю, что здесь происходит. Ну ладно, значит, придется фениксами пользоваться. Стоит 4-2 ракеты. Это будет такой... Финальный аргумент. Нет, лучше не буду. Пусть будет лазер. Упс, он сюда не лезет. Да просто 2 лазера. Чё-то выпендрится. Так. У меня уже руки промахиваются. Снаряжаем новобранчиков. А чё они такие... А, еще не все приехали. Окей, подождем. Кто тут еще? Да. Ну, все на физические тренировки. Да что здесь происходит? Они что, врезались друг в друга? А-а-а. Встаньте от меня с этой машиной полиции. Я не передумал ее. А, вот, правая кнопка. Ладно, мы уже, боюсь, не узнаем, что там произошло. Ну и фиг с ним. Город живет своей ночной жизнью. Такая уж она интересная. Это хорошо. Ага, вот, кажется, все новобранцы на местах. Тренируйся, тренируйся. Тренировка андроидов невозможна. По-моему, это дискриминация. Ладно, в любом случае, давайте новобранцев экипировать. У нас как раз лишняя броня была, потому что мы даже две... Потому что как раз пара человек померла. Что будет у тебя? Ну пусть пулемет. Пулемет еще тут никого никогда не подводил. Граната такая, граната сякая. Это тоже пригодится. Ну и это держи. А кстати, ракетных установок-то у нас до хера. Надо продать, пока я не забыл. А то патронов мало. А они, небось, дорогие. Ну-ка посмотрим. Нет, они совершенно недорогие, и поэтому я даже не буду пытаться. Зато я продам Псайклон. Мне, конечно, очень стыдно потворствовать наркомании. Но кто-то же должен как-то зарабатывать. А вот доспехи, я думаю, пригодятся. Так, возьмем сразу 4 комплекта. Не так уж это и дорого, в конце концов. А пригодится, пригодится еще как. А может их без шлема впустить? Будут как в Вархаммере. Ладно, пусть живут. Продолжаем экипировочку. А этот вроде уже экипирован. Держи и ты. Все-таки уродливый страшный негр напоминает мутанта.
Ну, пусть будет снайпером. У нас давно не было снайпера. Правда, у него меткость говно. Но ничего не изменится. Все равно они будут промахиваться, какая бы меткость там ни была. Аптечка? Ну, возьми аптечку, вдруг пригодится. Так, окей. На остальных, боюсь, кончилась у меня броня. Хм, циклон. Ну-ка, выложи. Сейчас мы его тоже продадим. Упс, промахнулся. Так, циклон. Интересно, а можно ли без взяток каким-то образом к Марсеку подкатить? Скажем, врага его какого-нибудь побивать. Ну-ка. Нет, все-таки денег они хотят до хера. Все остальные не нужны. Ну что, ждем следующего. А, это, наверное, нам броня приехала. А значит, можно доснарядить людей. Так. Оу, друг дорогой. Что же у них автоматом не возобновляются все гранаты и все прочее? Так неудобно. Патроны. Придется все делать вручную. Ну, с этим все окей. Тут тоже все на месте. Патронов мало. А у тебя, у Артура, патронов все нормально. Ну, вот возьми эти патроны на всякий случай. А, и оглушалка. Григорий Колотов. Ваша фамилия. Ой, вей, дружище, у тебя вообще нет патронов. В пулемете-то есть хоть что-нибудь? Да, хоть в пулемете есть. Так, хорошо. Гудрун. У меня от этих гудрунов уже рябит в голове. Так, патроны к хуитке. Кончились. Нужно закупить. Плазменная. Упс. Окей, обойдемся. Не хотят плазменного оружия мне продавать. Вернее, хотят, может быть, но нет. То есть, может быть, как раз не хотят, поэтому скрывают это. Говорят, что просто нету. По-моему, это свинство. О, настоящий терминатор. Он будет, пожалуй, пулеметчиком. Будет идти как терминатор вперед и стрелять во все. Интересно, а можно ли усыпить робота усыпляющим газом? Если нет, то буду ходить и под ноги себе кидать слуплялки. А вот оглушитель еще ему дадим. Вдруг пригодится. Ну ж все, наш отряд готов. Есть ли у нас что-нибудь интересненькое исследовать? Упс, кажется, я забыл людей назначить. Вот было как-то не задача, неприятно. Ну, теперь-то все пойдет. Едем дальше, ждем НЛО. Так, врата миров. Трали-вали, пассатижи, это все мы и сами догадались. Проекты есть? Да, будем исследовать НЛО. Что, простите? Я пропустил, кто кого там штурмовал? Ладно, сейчас мы, кажется, будем разбираться с квартирами, но... Оружие... Вот. А, Мегапол штурмует Псайк. Псайк это, видимо, злобные бандиты. Так что ли получается? Ага. Интересно, а можем ли мы помогать им? Баланс, прибыль. О, а тут можно посмотреть проникновение инопланетян. Ну-ка, давайте тогда всех почекаем. Так. Ленси мутантов 1% инопланетян. Странно, что не 100. В Лиге Графбола 2%? Как они туда умудрились пролезть? Ох, вот это 23. Сейчас мы туда в квартиры и полетим. У кого еще тут инопланетяне? Кого еще тут нужно выжечь каленым железом? Культ Сириус 11. Странно. Тоже мало. А, ладно, поехали. Так. Не пропустить бы момент, когда она прилетит. Это, наверное. Нет, это вообще фабрика. Выглядит как жилое здание. Вот это квартиры. Нет, это правительство. Окей. Поищем еще. Вот это. Нет, это опять фабрика.
Но, может быть, вот это квартиры? Нет, это квартиры люкс. Принадлежат правительству. Коррупция и в 2000 каком-то там году. Цветет, пахнет, процветает. Вот, блин, и это не квартира. Нифиговые у них там... О, мы прилетели. Поехали, чё? Реал тайм. Не сегодня. Так. Пушечники в одну команду, как всегда. Пум-пум-пум. Специалисты там в другую. Хотя, я думаю, снайперов можно уже в отдельный отряд выделять. Как минимум больше одного. Это уже прогресс. Так, пулеметчик. Раз, два, три, четыре. Где же пятый? Пять. Ну вот, два снайпера и два специалиста. Поехали. Не помню совершенно этих карт. О, господи, ненавижу. Все эти маленькие замкнутые пространства. Постоянно бегаешь кругами. На тебя кто-то нападает из-за угла. Очень неприятно. Все комнаты проверять. Идеальная карта — это вот встал в чистом поле. На тебя элины бегут. Ты их всех расстреливаешь. Вот это было бы отлично. Ой-ой-ой, я забыл ему бег поставить. Ну ладно, значит тут постоит. А этот пойдет все-таки внутрь, сходит. Как-то я нелогично поступаю. Наверное, все-таки стоит разделять отряды по принципу пара тех, пара других, пара третьих. А не всех под одну гребенку в один отряд. Ну ладно, это в следующий раз. Зеленая дверь, наверное, тут что-то особенное. Нихера. Сканером движения я даже не пытаюсь воспользоваться, потому что мы помнили фиаско на фабрике роботов, или что там была за фабрика, в результате которого стоящие на месте эллины вообще никак не детектились. Интересно у них стиль одежды. В таких шляпах, наверное, очень неудобно ходить. Это как парус маленький. О, тут зато всего один этаж. Это уже плюс. Сюда явно нужно как минимум одного человека с пушкой. Лучше... А, стоп. А, ну да, это снайпер. Снайперам прикрытие никогда не мешало. Но мы будем снайпером штурмовать. Классная ванна. Может, это были квартиры люкса, я не заметил. С другой стороны, какие-то они маленькие. Так, ладно, здесь мы никого не нашли. Ну и хрен бы с ним. Камера движения, разумеется, ничего не показывает, кроме наших же товарищей. Это нормально, я к этому уже привык. Где наш ракетчик? Вот наш ракетчик. Надо проверить, можно ли вот просто раздолбать стену одним выстрелом и пройти сквозь нее. Если да, то этот уровень будет пройден гораздо быстрее, чем я думал. Но сначала займем какую-нибудь позицию. Неплохо все-таки найти бы эллинов, чтобы когда взрывать стены, то вместе с этим и убивать кого-нибудь. Кроме гражданских. Гражданских-то я завсегда. Опа. Что-то у него в руках. И, кстати, где он? Ага, вот. И как раз там, где снайперы, глядишь, получится по нему попасть. Надо, сейчас я ими залягу, и побегут брейнсакеры. Тут и смеху будет. Даже подпрыгивать не придется. Подходи и ешь. О, это что? А, нет, это цивилен вроде. Только он какой-то зеленый. Надо бы его убить для верности. Так. Интересно, сколько будет стоить прицельный выстрел? Один раз попал. Второй раз попал, но как-то ему все равно. Отсюда видишь, нет? О, отсюда видишь. Ну ты присядь и ебошь снапшотами. Попал раз, попал два. Четыре выстрела по нему прошло. И вот хоть какой-нибудь эффект это произвело? Ответ — нет. Несправедливость.
Так, мимо. Мимо. Ах ты, сука, маленькая. Окей. В таком случае я отказываюсь играть с тобой в стрелялки. Где тут дальше желающие поиграть? О! О! Вы, друзья, как-то очень неудачно встали. Блять, даже пройти нельзя сквозь вас. Лошалка с собой есть? Есть. Дорогой цивилин. Упс. Наверное, не стоило тебя убивать. Чё-то я, кажется, перенажал. Я вообще промахнулся, я другого собирался оглушать. Ну, ладно уж, как получилось, так получилось. Было бы неплохо немножко попасть. Ладно, спрячемся за цивилина. Он нас защитит. Нет, стоп, этот уже стрелять не сможет. А это? А это, может, немножко постреляет. Может, по крайней мере, мы напугаем это розовое дзильда. Что, простите? А, это был типа солдат, а не цивилин. Только при этом он почему-то ни с кем не воевал. Ну ладно, в конце концов, никто его сюда не звал. Нечего мешать операции. Надо было сидеть в квартире и не дергаться. Так, сможем ли мы отсюда... Опа! Что меня тут смущает, угадайте. Наверное, то, что вот эта вот хуитка, это взрывающийся элиен. Надо бы по нему попасть, тогда сейчас тут будет большой взрыв. Он что, с одного выстрела даже не взрывается? По-моему, это все сложность суперхуман. Это какой-то пиздец, если говорить языком дипломатии. Вместо того, чтобы быть просто сложным, эта хрень понадавала кучу хитпоинтов врагам. Странно. Эта розовая дильда даже не умерла. Отойти сможешь? Сможешь. О, вот сейчас мы и повеселимся. На снапшот хватит? Ох, еще как хватит. На прицельный может даже. Ну ладно, на прицельный нет. И вот, с колена. Оп, красиво. Всегда бы так. Перезарядиться сможешь? Нет. Тогда хоть отойди. Этот товарищ с пушкой сейчас зайдет к нему в тыл. На следующем ходу раз стреляет. Вот и договорились. Этот пойдет штурмовать. Ну, а эти вроде настрелялись. Тот у нас тут еще был, да. Ну, вот туда пойдет. Я имел в виду, побежит. Вот, отлично. Едем дальше. Ой-ой, этого-то я и забыл. Кто-нибудь еще? Вроде нет. Хм, тебе же не должно быть видно. Интересно, это он стреляет в стену? Ну, удачи. Это что там всего два? О, это, видимо, очередной солдат. Мимо Элины так спокойно прошел, как будто тут ничего и не было. Так, ладно. Пора добивать. Ап, ап. Этот готов. Унесите пудинг. А стены ничего так рушатся. Ой. Что это за говна? Выглядит как гриб. Не знаю. По крайней мере, теперь это мертвый гриб. Что-то хорошее. Тут пусто. Мне интересно, что стало с жителем той квартиры, где сейчас вместо него жил гриб. Ой, ванну жалко. По-моему... Ну-ка. Что с этим трупом можно сделать? Может тут... Упс. Его даже нельзя поднять. Этот мир так жесток. Так, ладно, вы идите просто вперед. С этим флангом мы разобрались. Опа. Где? О-о-о-о! Как
Эта сволочь хорошо спряталась. Есть тут кого-нибудь тыл-то хотя бы? Пострелять. Блин. Сейчас он кого-нибудь мне в спину и выпилит. Ну, выпилит и выпилит. В конце концов, людей у нас много. Ну-ка. О! Рядом с ним какой-то мент. Ну, постреляем немножко из... Тьфу ты, нет линии огня. Окей, постреляем, вот скажем, отсюда. Упс. Как бы сейчас я парочку цели... Ну, что за фигня? Ладно, сделаем проще. Отложи свое орудие убийства и займись мирными успокаиваниями. Как-то не очень удачно. Ну что поделать, тут давай стой, в случае чего стреляй. А ты прячься. Снайперы, подбирайтесь поближе. А ты, снайпер, иди и штурмуй вон ту дверь, потому что больше некому. Нет, остальных мне, извините, очень лень. О, бедняк запаниковал. Этот какой-то странные манипуляции совершает. По-моему, он не может решить, в кого стрелять. Там Буриданов, розовый пенис. Но это было последнее неудачное решение, вернее, последняя попытка принять решение в его жизни. Фоновой музыке бьется сердце. Ох, сколько можно бегать этим бессмысленным цивилиям? Мне же не интересно на это смотреть. Почему я вынужден? Так, два Элена. Надеюсь, это последнее. Сейчас мы из плазменной хуитки его расстреляем, потому что плазменная хуитка — это классно. Только где он? О! Эх, жалко оглушалки. Упс, я вообще-то хотел просто повернуться в ту сторону. Ну ладно. Fine to. Десу, десу, десу. Подбегай и в упор. А, стоп. У кого-то оглушалка есть? Далеко. Хотя нормально. Сейчас он оглушит вот это вот говно. Видишь, какая-нибудь польза получится. Ап, ап, готов. Ну, для очистки совести. А, все, все, конец. Какому двум херам, даже трем херам уже сержанты дали. Это они молодцы. Я, правда, их абсолютно не различаю. Ну, сейчас вернемся на базу. Вернемся мы, значит, на базу. Ну уже, возвращайся уже на базу, сколько можно лететь? Вернулись мы, значит, на базу. И до новых встреч. Очень уж я устал. Тяжелый день. 2084 это год. Запомним.